Мы сегодня продолжаем тему по нормализации веса. То есть лишний вес настолько актуальный в последнее время, что многие люди пробуют разные методы, разные диеты, голодание, фитнес, какие-то упражнения, ну и много всяких методик. И мы на прошлом прямом эфире разбирали причины, ведущие причины, основные. Вот, а сегодня мы коснемся продукта уникального, инновационного, впервые в мире, который будет для безопасного снижения веса на основе улучшения обменных процессов, метаболизма. Вот, прежде чем я начну рассказывать про этот уникальный продукт, вот, я еще раз хочу подчеркнуть, обратить ваше внимание, чтобы вы услышали, что нормализация веса должна быть комплексным подходом. То есть это водный баланс с полезной водой, это поддержание внутренней чистоты, гигиены внутри, то есть чтобы поменьше было токсинов, ядов, регулярное очищение от паразитов. То есть вот эти моменты, что дефицит воды, наличие токсинов, паразитов, все это ведет к набору лишнего веса, к внутренним отекам. То есть какая бы нормализация ни была метаболизма, но эту причину улучшения метаболизма не скорректируешь, не нормализуешь. Вот. Если это психосоматика, например, то есть какие-то внутренние конфликты, там разочарование, депрессия, ну, разные, там очень много, да, внутрисемейные, внутриколлективные какие-то конфликты, это нужно решать на уровне внутреннего разбирания с собой и нахождения выхода из этой ситуации. Потому что если этот вопрос не решить, то вес будет оставаться. То есть я рекомендую серьезно подойти к решению вопроса лишнего веса, потому что смысл в чем? Как только вы находите ведущую причину и работаете с причиной этой, вот, и подключаете комплексные нормализацию веса, результат идет очень хороший и продолжительный. Если человек работает по нормализации веса только, ну, как говорится, в одну точку, да, та, которая там, я не знаю, диета, там, обмен веществ, то какой-то эффект дает временно, но не продолжительный и нестабильный. Это уже отмечают все люди, которые давно пытались решить эту целью, задачу. То есть, возможно, кто-то в вашем окружении есть среди таких людей. Вот. И по поводу этого уникального продукта, он уже есть в Италии, я знаю, и многие люди его уже пьют или неделю, или больше. Я так время точно не скажу, Наталья лучше знает. И, конечно же, в конце моего выступления обязательно мне бы хотелось услышать результаты, отзывы, ощущения. Но сначала я расскажу про этот продукт, называется Липостик Фит. Значит, в чем его особенность? Его особенность в том, что он абсолютно биодоступный. Благодаря липосомальной формуле жировой оболочки, он максимально на 100% проникает и все активные вещества, которые идут на нормализацию метаболизма, на сжигание жиров, на снижение аппетита. Вот, о, отлично, да, планируем запустить марафон. Супер, молодцы. Правда, не увидел, кто, быстро ушло сообщение. Вот, он еще и биосовместимый, то есть идет биосовместимость с организмом, то есть это очень важно. Это значит, идет синергия, то есть усиливаются свойства всех компонентов и организм положительно реагирует на снижение веса, на нормализацию веса. То есть он абсолютно безопасный. В чем выражается безопасность? Нет токсинов и ядов, то есть каких-то консервантов, каких-то химических
наполнителей, там еще каких-то химических веществ. Это очень важный момент. Дальше нет сахара, что крайне важно. Дальше отсутствуют диуретики в этом продукте, потому что очень многие механизмы снижения веса основаны на усиленном мочеиспускании. Это может разрушить почки, то есть чревато побочными эффектами, Наташа. Дальше отсутствуют стероидные гормоны, потому что некоторые методики по снижению веса это наличие стероидных гормонов. И отсутствуют слабительные средства. То есть очень много разных, особенно еще с тех времен, 20-30 лет назад и так далее, это средства, которые усиливают перистальтику кишечника. То есть человек чаще ходит по большому в туалет. Ну, понятно, что идет снижение веса, но не как, ну, не физиологично. То есть это как насилие над организмом. Я не за такой подход. Кстати, по поводу очищения кишечника, я за, но за физиологический подход там, где идет здоровая физиология. То есть кишечник, подготовка идет к очищению кишечника, потом сам процесс глубокой очистки. Человек себя нормально чувствует, действительно весь кишечник очищается. Потом восстановление кишечника, микрофлора, микроэлементы. Это я говорю об эксклюзивном, уникальной, глубокой, комплексной очистке Коловада Плюс. Вот. Она прекрасно очищает кишечник, выделительные системы на клеточном уровне, но она не предназначена как бы целенаправленно для похудения, это как бонус, как уходят отеки. Вот. Но это старт, потому что если не придерживаться правильного здорового питания, если не убрать стрессы и другие факторы, то человек как бы опять возвращается постепенно в исходную точку. То есть она как для регулярной поддержки внутренней чистоты на глубоком клеточном уровне. Вот. Таким образом, я подведу итог, что этот продукт липостик-стик абсолютно безопасный. Это крайне важно в наше время. Вот я недавно, буквально 2 или 3 дня назад, увидел по интернету передачу. Это был российский канал, не помню какой, была трагедия. То есть молодая девушка, 25 лет, ей очень важно было не просто поддерживать вес, она топ-модель, да, а еще как-то там снижать полкило или на килограмм. То есть дошло до такого, что у нее развилась анорексия, то есть сильнейшая патологическая, и у нее уже отсутствовал аппетит, она не могла кушать. То есть она, ну, настолько исхудала, что как живой скелет, то есть кости, обтянутые кожей. Очень страшно, очень трагически. То есть ее уже нужно лечить. Поэтому она из периферического города и переехала в Москву, там, в какую-то клинику, чтобы уже ей занялись врачи. То есть вот особенно молодые девушки, ну как молодые, кто считает себя молодым, и в 25, и в 30, и в 35, то есть это вопрос такой, да, Наташа? Вот, я просто очень сильно рекомендую, ну, не издеваться так над собой, чтобы аж ничего не есть, и там, знаешь, как высчитывать калории, да. Слышно меня? Слышно меня? Ну, частично еще скажи. Не буду. Не буду. Слышу последний. Значит, дальше. Что я еще хочу подчеркнуть, что все компоненты, они натуральные, растительные в этом продукте, и они ведущие в мире по нормализации веса, по снижению веса, по активизации обмена веществ, метаболизма. Значит, начну я, знаете, с какого продукта, который входит? Это экстракт зеленых зерен кофе. Вот. Это не просто ускоряет обмен веществ, но и еще нормализует и улучшает выносливость, работоспособность.
идет нормализация сна. То есть это очень важный момент, потому что обычно при снижении веса идет упадок сил, нехватка энергии. Вот такой вот как результат идет вот от этого экстракта. Подчеркиваю, все компоненты это экстракты, то есть выделены активные вещества, специальные технологии высокого уровня, которая позволяет. Мне часто спрашивали, почему я говорю, подчеркиваю вот этот момент экстракт, что можно, ну как, купить, да, эти компоненты, и зеленый кофе, и зеленый чай, там дальше будут, я рассказываю. Но дело в том, чтобы в маленьком объеме такую огромную концентрацию сделать, это нужно кушать, ну, образно говоря, килограммами. Ни желудок, ни кишечник этого не выдержит. Поэтому технология и позволяет в маленьком объеме, но создать огромную концентрацию, за счет этого идет и подготовить этот экстракт таким образом, чтобы он произвел свое благоприятное нормализации веса, универсальный подход к любому человеку, неважно, даже не, ну, в жизни, но в принципе. В принципе, Наташа, в чем уникальность этого продукта, что может начинать любой человек без подготовки. То есть обычно мы интересуемся, пьет ли воду, сколько пьет воды, какого качества, там, проходил ли очистки. То есть с этим продуктом можно начинать уже сразу. Вот. Идеально, конечно, подготовиться, потому что, помните, есть причины обезвоживания, интоксикация, но он, в принципе, начинает работать уже при любом уровне состояние здоровья. Вот в чем его уникальность. То есть биодоступность, сразу можно стартовать, высокая веществ на сжигание лишнего жира, на нормализацию аппетита. Длинные стики. Вот, там дозировка идет, и в любой момент его раскрываешь, он в жидкой форме в виде геля, и очень удобно. То есть даже можно, не запивая водой, выдавить. То есть очень комфортно, удобно, экономично, и со всех сторон просто, ну, все, кто его изобретал, создавал, это вообще, ну, потрясающие, как новшество, инновация в мире, которая, конечно, заслуживает, ну, людей, которые стремятся к этой цели, нормализовать вес. Дальше. Экстракт листьев зеленого чая. То есть он просто улучшает хорошо кровоток, тоже активизирует обмен веществ, улучшает кровоток и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Это крайне важно, когда человек теряет вес. Очень важно, чтобы была хорошая микроциркуляция, работа сердца, сосудистая система взаимосвязана со всеми, с внутриклеточной. Поэтому, когда хорошая идет микроциркуляция, соответственно, благоприятно отражается на токе лимфы и других жидкостных сред. Это крайне важно, чтобы не было застоя, чтобы не было застой в организме. Дальше. L-карнитин. Это витаминоподобная аминокислота. Ее знают все спортсмены. И она способствует эффект сжигания лишнего жира и поддержки энергии, особенно мозговой энергии. Потому что когда человек теряет вес, нормализует вес, отражается на головном мозге. И мозг как бы требует энергии и еще чего-то вкусненького. Ну, так обычно происходит, такая физиология, психология. Вот L-карнитин будет способствовать поддержке энергии, давать энергию головному мозгу и будет сжигать лишние запасы жировых отложений. Следующий момент, вернее, продукт, который находится в этом липостике-фите, это сок нони. Значит, в чем его особенность? Это вообще уникальнейший продукт в мире. Как бы его можно назвать чудо-фрукт.
Вот. Но он тут в этом составе, в этом составе находится ради специальных антиоксидантных ферментов. Название очень длинное, это биохимики знают, я не буду его произносить. Но эти антиоксидантные ферменты способствуют улучшению обмена веществ, в том числе жирового обмена, что благоприятно сказывается на нормализации, похудении. Вот, уходит лишний жировой запас. Следующий продукт – это экстракт черного перца. Экстракт черного перца, он получается, образно говоря, соединяет все компоненты и усиливает совместное действие. То есть как зажигает, такой как ключ зажигания, и все компоненты, которые находятся, они еще больше приносят эффект, максимальный результат. Такой как, грубо говоря, как тренер или командир, который руководит командой, если подобрать образ этому продукту. Ну, конечно, флавоноидов, экстракта коры специального, ну, мандарин. Значит, расщепляет жир хорошо. Дальше замедляет накопление жира, замедляет процессы накопления, отложения жира, крайне важный момент. И улучшает сон, то есть благотворно влияет на нервную систему. Вот, подведя итог, я хочу сказать, что тут в этом продукте очень грамотный физиологический подход к здоровью. То есть не просто улучшение всего обмена веществ, активизация, сжигание жира, но и, смотрите, поддержка центральной нервной системы, то есть нормализация сна, поддержка энергетическая головного мозга. Дальше это поддерживание сердечно-сосудистой системы, поддержка жидкостных сред организма. Вот, поддержка выносливости и работоспособности. Ты же знаешь, Наташа, что людям сейчас тяжело, ну как не то, что тяжело, а это сейчас такой образ жизни, ритм жизни, что никто специально не будет неделю, 2 недели сидеть и ничего не делать, потому что все вышли из карантина, правильно я понимаю, то есть уже работают и пошли на работу или там в обычный ритм вошли жизни. И специально вот ничего не делать, сидеть и только заниматься снижением веса, ну, крайне тяжело, наверное, неудобно. И, в принципе, за время карантина уже всем сидение дома уже так надоело, так уже хочется куда-то и сходить, и поехать, и заняться любимым делом, или пойти на работу, то есть нужно заниматься делами. И вот липостик фит позволяет человеку без привязки к унитазу, без привязки к дому, без привязки к какому-то режиму, понимаешь, без какому-то специальному режиму достигать цели. То есть 2 раза в день в среднем, в первой половине дня, во второй, вот этот стик, упаковочку вот эту выпивать. Вот, и будут все компоненты, которые я перечислил, работать на цель человека. Значит, подведу итог этому продукту. Какие у него преимущества? Почему именно любому человеку следует воспользоваться? То есть я даю такую рекомендацию. Первое. Это ускоряет обмен веществ. Особенно это важно для людей в возрасте, за 30 лет, за 35, за 40, за 50, за 60, потому что с возрастом обмен веществ замедляется, и, конечно, очень тяжело снизить вес. Вчера разговаривал с женщиной, консультацию в Одессе. Она говорит, вот я какой-то период времени, ну, полгода где-то, несколько месяцев, что только не делал, там и диеты, и фитнес, но вес в зеленом, ну, как весовой категории. Вот. И она начала пользоваться
продукцией Кораллового клуба, это продукты детоксикации. То есть вес пошел немножко вниз, потому что это начали уходить токсины, отеки внутренние токсические, улучшилась работа почек. Но она хочет еще лучший результат. Ну, у нее цель же. И она говорит, что я уже до того, как начала пользоваться продуктами, что только не делала, но никак не могла с мертвой точки сдвинуть свой вес. И я ей порекомендовал, что после детокса заняться очищением кишечника, выделить экосистему, а потом после этого добавить вот этот липостик фит. Я говорю, и результат будет очень прекрасный, потому что преимущество этого продукта в чем заключается? Ускорение обмена веществ, сжигание лишнего жира, это крайне важно. Дальше уходят объемы, не просто вес, объемы. Увеличивается выносливость и работоспособность, то есть энергетический уровень высокий. Это крайне важно при снижении веса. Теперь смотри, Наташа, очень сильное преимущество, что защищает от окислительного стресса при сжигании жиров. То есть при сильном сжигании жиров возникает так называемый окислительный стресс. То есть это продукты распада токсические, которые крайне вредные для печени, для поджелудочной железы. То есть они сильно могут отравить организм. И бывали такие случаи, есть истории людей, которые быстро снижали вес, но распад жиров шел так быстро, что вот эти токсины, которые от сжигания жиров, они, грубо говоря, даже убивали человека. То есть человек погибал, грубо, от сильного отравления. Так вот, липостик фит нейтрализует и защищает вот от этого окислительного стресса. Вот такая мощная защита. И дальше восполняет запас микроэлементов. То есть это еще является и питанием. Липостик фит, потому что в нем находятся и витамины, и минералы вот в тех растительных ингредиентах, и аминокислоты, и регулирует поступление аминокислот для расщепления жиров, то есть обладает такой уникальной способностью регуляцию специализированных аминокислот, которые способствуют расщеплению и нормализацию обмена, в частности жирового. Вот такой вот фантастический продукт, о котором я сейчас рассказал. И, Наташ, я заканчиваю. Я бы хотел услышать, ну, какие отзывы, какие ощущения. То есть, вот что ты можешь дополнить к тому, что я рассказал про этот продукт именно в практике. Возможно, кто-то из людей с тобой поделился. Мне будет очень интересно послушать тебя тоже. Наташа, смотри, я выхожу, вот, а ты продолжишь. Хорошо? Дорогие участники, желаю вам прекрасного дня. Наталья сейчас продолжит с вами, потому что есть технические моменты, при которых.